барабанщики, не знаю, как представиться. Я 5 лет. Я начала в этом году. Год. Больше полутора лет. Больше полутора. А третий год идет. 6 лет. Да. Сейчас, да. В данный момент. Я на последней стороне строчки. Ну, когда первый раз на пневматике, мне было все равно, были первые соревнования. А вот на лёже я была супер злая. Давай. Залетел на тир, ослепительно давай, ворвался. Нам не белый капопи, выгляжу потрясно. 1200 я попал, это было классно. Просто на финале мой ствол выглядит опасно. Руки не трясутся, у меня все под контролем. Посмотри-ка на себя, ты как будто болен. Везде я считал свои мечты, ты считал потери. Подстрелял ты плохо, парень, ты теперь потерян. Но ты даже не подумал, не подумал головой. Вначале загоняюсь по поводу этого всего, потом стараюсь больше как-то тренироваться, что ли, уделять больше времени стрельбе. В первую очередь это обидно, конечно. В вторую очередь это мотиватор, чтобы достигать больших целей. Обидно. Очень. А я рада. Почему ты рада? Потому что у меня получилось то, что я хотела. Это может быть первый старт для человека, это первое его соревнование. И иногда результаты, это же цифры, иногда они не показывают работу человека. Потому что если спортсмен начинающий, и он работал на все 100%, это не значит, что он попадет в 620 очков. Человек может больше, явно. Раз он попал на соревнования, это не просто так. Все бывает в первый раз. Разминочные соревнования, можно так назвать. Подготавливают спортсмены к будущему успеху. На обрыве над рекой не могу пошевелить ни ногой, ни головой.